рабы, вот, да. Все, все собираемся, пакуем ваши попки в лимузинчики. Все. Быстренько, быстренько, голубчикам, погнали, давайте. Погнали, с первого начинаем. А то сейчас всех плеткой, всех плеткой. Босс, вы очнули? Так, а за какой меня садится за руль? Окей, босс, просто все уже распаковываются по лимузину. Полицию вызову. Еба. Нахуя. Едем, кстати, в церковь, можешь, в принципе. Нет, у тебя же машина. Меня оскорбляют. Пойдем первый лимузин, любимая, пойдем первый. Конечно же. Вы меня слышите? Да, все здесь, кто ты где, Тони, брат? Прошу прощения, вы меня слышите? Да. Конечно. Мы что происходит? Ну, можно на глаз отличить уже, у кого маленький, а у кого не. Ты чего? Ебать, сосраться, это что за Георгий, а? У меня зависло привет, все, блядь. Георгий, дядя Георгий, что за пиздец? Слышите? Алло. Да. Да слышно. Пойдем, да нормально. Пойдем мой Роллс-Ройс, слушай, поедем за ними. Да, поехали. Давай пробежимся, то. Да, можно не папа. Мэм, в моем лимузине есть местные. А у тебя четырехместный? Давай дедулю вот этого возьмем. Поехали на моем Роллс-Ройсе. И вот эту цыпочку с сиськами. Не-не-не, цыпочку с сиськами уже все. Так, место, мальчик. Сегодня вечеринки. Это ебать. Вы меня слышите? Девочка, поехали со мной. Я? Слышу. Подожди, сейчас перезай. Ребят, скорее давайте все по машинам, там еще два лимузина, они, по-моему, свободны, садитесь скорее. Есть места в лимузинах? Вот, посмотрите, в попробуйте первый. Сесть. Ребят, отлить, отойду буквально. Сейчас. Меня слышно? Блять. Да. Великолепно. Вообще-то иди здесь. Захует. Ладно. Здорово, босс. Дине, есть свободные места, садитесь туда. Небольшой автомобиль, мне так нравится. Слышь, мой парень, блядь! Да тебе кажется, за... Что? Ты знаешь, разница мировоззрения. Хорошо, отвяжи. У меня просто тоже с этим проблемы, судя по всему, с восприятием. Ага, я тоже вижу, что хороший вид, хорошо. Что? Но он заснул, что ли? Что там происходит? Не знаю, да, там все нормально. Уехал, остальные стоят. Ага, давай, заебал! Босс, тебе надо сесть, выйти и сесть. Я? Я уже сидел. Не тебе, человек. Вылез, садись, парень. Давай. Садись. О, блядь, похуй. Куда ты под колеса прыгаешь? Садись. Боялся. А что, женишься-то? Да. А кто женится-то? А, Роберт, это ты, что ли? Да, ну из сада Маза же. Я тебя узнал по леопардовым трусам, про которые ты рассказывал. Да я не понял, женится, по-моему, как раз... А, слушай, это не бородатая женщина, это женится. Замуж. По-моему. Тогда, я считаю, нашим долгом испортить свадьбу. Блин. Ну, это я про заднего водителя, а не про твою идею. Мне она нравится. Она испортила нам вечер, мы испортим ей жизнь. Я считаю, это должно стать девизом того, что мы делаем. Я, кстати, здесь вчера еще разговаривал после нашей встречи. Да. Она пыталась со мной подружиться. То есть она не такая уж и плохая. Я контролирую. Не знаю. Я, если честно, не очень. Ну, если она перестала нападать на людей, то я думаю, мы можем. Кстати, она, по-моему, заявление хотела написать на нас. А, на тебя или на кого-то. Тогда нам придется. Я не знаю, как поступить. Я с одной стороны не хочу негатива, но с другой. Я хочу проучить.
я думаю, можем что-то сейчас сделать, когда много народу, знаешь. Это будет незаметно. Блин, надеюсь, этот мотоциклист мне под колеса не бросится.